Комсомольск на Амуре. У города особая судьба. Он создавался как форпост страны на Дальнем Востоке. Здесь, на Амурском судостроительном заводе, ковали мощь Тихоокеанского флота. Современный подводный ракетоносец способен под водой совершить в автономном режиме кругосветное путешествие. При этом его корпус испытывает колоссальные нагрузки, а состоит он из металлических листов, сваренных между собой. Не менее строгие требования к сборке гражданских судов. В кораблестроении нет более важной и ответственной работы, чем у сварщика. Именно он соединяет части корабля, и от качества его работы зависит не только судьба будущего атомохода или гражданского судна, который сейчас строят на стапелях завода, но и самого экипажа. Профессия сварщик очень востребована на Амурском судостроительном заводе. Это основа предприятия. Их нелегкий труд ценят и вознаграждают по справедливости. Рабочий месяц 167 часов. Значит, рассчитано так, что я отработал по второму разряду 167 часов. То есть нормальный рабочий месяц. Я получаю 15-17 тысяч по второму разряду. Если я уже сборщик третьего разряда, то есть нахожусь между начальной стадии и высокопрофессиональным уже разрядом, третий разряд, я уже получаю 17-20. Только я перешагиваю рубеж третьего разряда и уже выхожу на четвертый, значит, у нас имеет сварщик право зарабатывать, значит, 20-25. И уже пятый разряд, который до сегодняшнего дня у нас не так уж много в заводе, они получают 30-35 и выше. Для молодого сварщика с низким разрядом 15-17 тысяч рублей не предел. В выходные дни, особенно в то время, когда к сдаче заказчику готовят сразу несколько судов, работа на заводе не прекращается. Поэтому всегда есть возможность получить к заработной плате солидную прибавку, потрудившись сверхурочно. Недавно сделали такой анализ, справочку. Значит, у нас получается, что второй разряд отработал 194 часа, то есть чуть немножко сверхурочно выходной день, получает 22 700. То есть для молодого человека, значит, я считаю, что это нормальная зарплата, ее можно спокойно зарабатывать. Сегодня Амурский судостроительный завод ждет сварщиков, как, впрочем, и представителей других корабельных профессий, например, сборщиков корпусов судов. Работы много. Что же касается сварщиков, то приобретенный опыт и мастерство позволят им сделать все, что угодно, от буксира для сахалинских нефтяников до сверхсовременной подводной лодки. Они осознанно выбрали настоящую мужскую профессию и по праву считаются элитой судостроения. В Комсомольске-на-Амуре обучением сварщиков занимаются несколько профессионально-технических училищ, а также лицей номер 6, в котором ребят готовят именно по судостроительным специальностям. В мастерских 16-летние юноши постигают основы сварочного производства, делают первые робкие шаги к вершинам профессионального мастерства. А опытные мастера-наставники делятся с ними секретами этой интересной профессии. Училище одно из лучших в городе, выполнило набор учащихся. Поэтому мы в том году уже ожидаем, если в этом году пришло, допустим, там, кажется, 39 человек, то в том году мы уже ожидаем где-то уже за 100 с лишним вот эти специальности, что я вам назвал. Полученные знания можно проверить во время производственной практики, которую будущие сварщики проходят в основных цехах Амурского судостроительного завода. Здесь можно присмотреться к работе асов сварочных работ. Ребята уже много умеют, делают массу полезных и нужных вещей. У этих юношей нет проблем с дальнейшим трудоустройством. Их ждут на Амурском судостроительном заводе. Сварщик – профессия, это профессия художник, связанная с металлом. Они же варят в темную. Должны иметь твердую руку, хорошо знать технологию, быть выносливыми, мужественными и, конечно, любить свою профессию, быть довольными результатами своего труда. Сегодняшних молодых людей трудно назвать романтиками. Времена ныне заставляют каждого пробиваться в жизни самостоятельно. Трудом, упорством и знаниями, завоевывая себе право на достойную жизнь. Профессия сварщик – гарантия стабильности, высокой заработной платы и возможность строить взрослую жизнь. Я хочу после окончания учебного заведения работать на заводе по профессии сварщик. Потому что это самая востребованная работа. Современное, так сказать. Если на завод идти, это после училища можно сразу идти, потому что там можно и практику пройти хорошую, и руку набить себе, и стать более квалифицированным сварщиком, чем в каких-то других предприятиях. Профессия сварщика, это как бы в наше время, это очень престижная и высокооплачиваемая работа. Особенно, ну, в данное время есть работа на заводе, там много заказов. Руководство Амурского судостроительного не теряет из виду ни одного из выпускников училищ и лицеев, которые готовят сварщиков. Внимание завода к себе будущие специалисты ощущают как во время учебы и с удовольствием принимают на практику, так и после сдачи выпускных экзаменов. В этом году даже мы провели эксперимент.
вручали дипломы, аттестаты в нашем музее. И тут же ребята прям получили диплом, писали заявление, что я желаю работать на Амурском заводе. И поэтому эта практика приносит плоды, и нас, как говорится, лицеистам становится все больше и больше на заводе. Впрочем, получить диплом мало. Необходимо подтвердить свою квалификацию корабела. На заводе существует отдел подготовки кадров, который проводит регулярную аттестацию сварщиков. Набираем группу учеников на 4 месяца, их обучаем. Практику они проходят в этих цехах, что мы с вами разговаривали, это 17-26. И пройдя практику, они проходят аттестационную комиссию, аттестуются. И через 4 месяца они становятся специалистами минимум второго разряда. Редко кто становится первого разряда. Особенно это выгодно ребятам, которые пришли из рядов российской армии. Он уже возмужал, окреп, ему нужны уже, как говорится, сами знаете, финансы, строить семью, заниматься жильем. Поэтому, пройдя этот ускоренный курс обучения, значит, ОПК, он имеет право, значит, получить хорошую специальность, работать те деньги, что я вам, значит, рассказывал, и через 4 месяца, значит, он может уже быть специалистом. Из этих групп, значит, мы на второй год после аттестации, мы как бы просеиваем, кто способен, значит, быть звеньевым, бригадиром. Значит, по новой приглашаем принять участие в этой программе, то есть на повышение квалификации. И они уже, пройдя, там, допустим, месячное или двухмесячное обучение, значит, мы проводим аттестацию уже на третий разряд или на четвертый, у кого какие навыки. Потому что в бригадах, когда они работают, уже выявляются люди, кто будет у них в будущем лидер. Поэтому, значит, пройдя переподготовку, значит, мы уже этих ребят рекомендуем ставить звеньевыми, первыми номерами, так как называется, а мы будущими бригадирами. Перспективы карьерного роста, повышения квалификации, получения высшего образования – это значительные плюсы, которые привлекают на предприятие людей. В будущем они становятся настоящими профессионалами своего дела. Ко всему прочему, пока у молодого специалиста нет своего жилья, завод готов ему помочь. Ни одно предприятие нашей промышленности не имеет общежитий. На сегодняшний день мы имеем 10 общежитий. 10 общежитий. На сегодняшнее время у нас свободно 301 койко-место и 29 секций. И если кто желает, молодой человек, прийти на завод, мы тут же, значит, как-то прямо после медкомиссии направляем его в наше общежитие. Оно разного класса есть повыше комфортности, есть, значит, похуже, может быть, они отличаются, потому что мы постепенно наращиваем удобства в общежитиях. Если придет семейный специалист, допустим, сборщик 4-го разряда, приедет, допустим, ну, какого города, любого называйте, допустим, с Находки, значит, мы, пройдя аттестацию, даже можем пойти, даже дать ему на первое время секцию благоустроенного общежития. Это двухкомнатная квартира, где есть все удобства, это именно вот эта двухкомнатная секция. Зарабатывая хорошие деньги, молодой человек может подумать о приобретении собственного жилья. Сейчас появилась возможность покупать его в долгосрочный кредит, ипотеку. Но как быть молодым, которые недавно устроились на завод и пока еще не заработали хороший разряд? Вот как тех молодых ребят, которые только поступят, будут второразрядниками, второразрядники, как им помочь, чтобы они даже зарабатывали 22, создав семью и родив ребенка, могли, значит, пойти на эту ипотеку, как говорится. Сейчас мы работаем, значит, с Амурской ипотекой, значит, мы им изложили свои требования. У них какие требования? Первое время, значит, 5 лет платить повышенную ставку, а потом пониженную. Мы предложили, наоборот, предложили. Давайте вначале пониженную, чтобы молодой человек окреп, значит, создал семью, и на эти вот финансовые средства, что мы с вами говорили, мог содержать семью и ребенка, и в то же время жить в нашей благотворительной квартире. Значит, Амурская ипотека, значит, это наша все, как говорится, приняла вопросы и сейчас решает со своим краевым начальством. И она говорит, 100% есть гарантия, что мы решим по этому. Еще один плюс в том, что завод сохранил опытные кадры тех, кто сегодня готов учить молодых и пока еще неопытных сварщиков мастерству. Меня радует, что в цех приходит много толковых молодых парней. Это наша смена. Мы ветераны, стараемся им как можно лучше помочь. Действительно, думающая, старательная, творческая молодежь, готовая учиться, перенимать опыт, осваивать новые технологические процессы, на заводе ценится. И таких ребят на Амурском судостроительном становится все больше. Этот факт руководство завода отмечает, когда со стапелей сходит очередной военный корабль или гражданское судно. Отрадно то, что в рядах наших квалифицированных рабочих очень много появилось молодежи. Они многому научились.
на ошибках, исправляли ошибки. Они росли, зрели. На производстве всегда есть простор для творчества и поиска новых технических решений. Здесь каждый, и ученик, и рабочий становятся причастными к важному и нужному делу, будь то строительство военных кораблей или гражданских судов. Судостроение всегда было самой сложной, одной из самых сложных отраслей человеческой деятельности, в которой сплелись талант конструкторов, инженеров и умения рабочих. У сварочного производства большое будущее. Пока не придумали что-то более новое и прогрессивное, оно является основным практически во всех отраслях промышленности. Сейчас появляются новые направления обработки и соединения металлов. Трудно представить, каким будет сварочное производство лет через 10 или 20, что придет на смену привычному электроду, каким станет сам сварщик. Но это все пусть и не в далеком, но в будущем. А пока каждое утро сварщики приходят на родной завод и создают чарующую симфонию огня и металла. Ее участники планируют пройти по реке Камчатка от поселка Ключи до районного центра Усть-Камчатск и далее по морю вдоль восточного побережья Камчатки до Петропавловска-Камчатки.